27 апреля на территории городского округа город Буй была проведена акарицидная обработка. Одним из наиболее опасных кровососущих паразитов, которые живут на прилегающей территории земельных и загородных участков, частных дач и организаций, а также на любых открытых территориях природных очагах, является таежный и лесной клещ. Это основные переносчики вирусов весенне-осеннего клещевого энцефалита. В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний, передаваемых клещами, за счет средств муниципальной программы ежегодно проводится акарицидная обработка территорий. То есть комплекс истребительных мероприятий по уничтожению клещей на природных ландшафтах. Акарицидная обработка проводится в зонах массового отдыха людей, в парках, скверах, прибрежных зонах водоемов. В ходе обработки над многочисленными насаждениями распылялись специальные вещества, уничтожающие насекомых. Были обработаны территории аллеи молодоженов, площадь Хазова, парк у подвесного моста, парк Стрелка, сквер у художественной школы, площадь Революции, парк Березка, а также парк Памяти и Славы, аллея Победы, сквер по улице Социализма, площадь Привокзальная и набережная по улице Коммунистов. 28 апреля пройдет обработка кладбищ. Сегодня началась обработка на территории парков, скверов города Буя, акарицидная обработка. Она продолжится и завтра на территории кладбищ города Буя. Также будет проведена деретизация, обработка от крыс и мышей, на кладбищах. Заключен договор по обработке парков и скверов города Буя, а также кладбищ с Костромским центром дезинфекции города Костромы между МКУ СМЗ и, собственно, центром дезинфекции.